Роман Зорькин – один из самых ярких и востребованных исполнителей и гитаристов России. Музыкант владеет разными музыкальными стилями и жанрами от классики до современной музыки. В его репертуаре можно услышать специфические приемы бразильской народной музыки, аргентинского танго, а также русские романсы и джазовую импровизацию. На концерте в детской школе искусств номер 2 Роман Зорькин представил на суд зрителей свои собственные аранжировки. Каждый раз, приезжая в детскую школу искусств номер 2, Роман Зорькин проводит для юных гитаристов открытые уроки и мастер-классы. Ему есть чем поделиться с юными талантами. Музыкант неоднократно выступал на лучших концертных площадках России, Бельгии, Австрии, Германии, Швейцарии, Голландии и других стран. И становился победителем и лауреатом международных конкурсов. Сейчас из-за большого увлечения всякими гаджетами и прочими такими приборами виртуальными, мне кажется, все-таки важно, пока еще есть возможность, держать связь с помощью музыки. Роман Зорькин преподает класс гитары в Московском областном базовом музыкальном колледже имени Скрябина. В этот раз он привез с собой талантливых учеников, которые в этом году заканчивают колледж и рассматривают Саровскую школу искусств как место будущей работы. Я заканчиваю училище, и, соответственно, нужно искать пути, куда дальше. Ну и вот один из вариантов – это Саров. Хороший город, хорошая школа. Хороший опыт работы со специалистами. В ближайших творческих планах музыканта записать альбом, в котором он представит новое звучание известных мелодий. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.